Здравствуйте, с вами звездный прогноз на канале ENSC49. Мудрецы говорят, тот, кому удастся узнать свой завтрашний день, будет спокойнее чувствовать себя в сегодняшнем. Так давайте узнаем, какое будущее приготовили нам звезды. 9 июля овнам звезды советуют заняться спортом. День отлично подходит для того, чтобы привести себя в форму. Тельцы, финансовое положение позволит вам почувствовать себя независимыми. Самое время создать денежный резерв на будущее. Близнецам будет сложно добиться от этого дня хороших результатов, но физические и эмоциональные усилия будут затрачены не напрасно. Раки, не загружайте голову планами на будущее. Расслабьтесь и живите сегодняшними событиями. Львам могут предложить новое дело, связанное с финансами. Впрочем, ждать быстрых результатов не стоит, процесс, скорее всего, затянется. У Дев грядущий день заполнен приятными событиями. Здесь есть место и неожиданным встречам с друзьями, и увлекательным поездкам. Весы, обстоятельства заставят вас отстаивать свое мнение, но чтобы не доводить дело до конфликта, постарайтесь пойти на компромисс. Скорпионы, не уклоняйтесь от работы и четко сконцентрируйтесь на поставленных задачах. В противном случае возможны проблемы. Стрельцы, вам благоприятны водные процедуры, ведь всем известно, что вода – источник жизни. Искупайтесь и с новыми силами на свершение. Козероги, не забывайте о своей второй половине. Совместная прогулка или поход в ресторан, безусловно, вас сблизят. Водолеи, никакие оплошности не должны заставить вас сдаться. Отстаивайте свои позиции, несмотря ни на что. У рыб время для конструктивных перемен в жизни. Ваши взгляды меняются, причем это касается как личных отношений, так и работы. На этом все. С вами была я, Яна Соловьева. Надейтесь на звезды и полагайтесь на себя.